выбила. Иди посмотри. Да иду, я иду. Сейчас гляну. Ну что там? Странно. Да не, все норм. Че, кто там? Не знаю, номер скрыт. Ну, дай-ка. Приветствую вас, друзья! На связи Красный, а на дворе уже четвертая ночь. Надеюсь, вы знаете, что нужно делать. Дамик, ты что-нибудь понял? Боюсь, что да. Ну выкладывай, что ты там понял? Пап, это красный монстр из радужных друзей Roblox. Это из игры, что ли? Да-да. Ну и что ему надо? Почему он говорит, что мы знаем, что надо делать? В четвертой ночи надо собрать 9 батареек. Каких батареек? Купить, что ли? Пап, блин, да какой купить? Они спрятаны где-то в доме. Трэш какой-то. Ну пойдем искать. Погоди, не так все просто. Ну а что тогда? В доме могут быть разные монстры. Синий, фиолетовый, оранжевый, зеленый. Монстры у нас дома? Поэтому будь осторожен. Если услышишь шум, прячься. Включай фонарик на телефоне и пойдем. Погоди, давай поищем где-то тут. Давай. Пап, в этой комнате нет ничего. Пошли отсюда. Сейчас, погоди. Я, похоже, нашел одну. Точно, есть одна. Вот она. Молодец, пап. Пошли на кухню посмотрим. Пойдем. Пап, посмотри на верхних полках, а я посмотрю внизу. Хорошо. Не, у меня нет ничего. А у меня одна есть. Иди посмотри в холодильнике. Сейчас. Дамик, в холодильнике? Они могут быть где угодно. Ладно. И правда, одну нашел. Отлично, сейчас проверим ванную. Пошли. Пойдем. Отлично, уже 4 есть. Пап, ты че? Показалось. Пойдем наверх, нам еще 5 штук надо найти. Да куда же он делся? И батарейки вообще нашел? Так, тут тоже пусто. Цвет тоже.
Фу, Дамик, я думал, они нас нашли. Пап, если ты так будешь орать, они сейчас точно придут. Ладно, тетя, ты нашел батарейки? Да, только две. А ты? Одну только. Осталась последняя. Блин, это точно они. Что же делать? Что... Вот она! Есть, мы собрали все 9 штук. Пап, опять красный звонит. Включай, что ему надо? Вы справились и пережили 4-ю ночь. Осталось самое главное, 5-е. До встречи. Что?